Здравствуйте, подписчики моего канала. Сейчас я вас хочу познакомить с сортом. Малина называется Исполин. Посмотрите, какая малина. Сейчас 10 октября 2016 года. Она еще вот цветет и цветет. Очень вкусная малинка, крупненькая. Смотрите. Вот, смотрите, какая малиночка. Крупненькая. Правда, если ее удобрить, она бы еще была бы хорошая. Но я ничем не удобряю. Мне она и так подходит. У меня детки бегают. Пускай кушают неудобренную клубничку. Малинку. Я ее не подвязываю. Ничем не подвязываю. Стебли у малины очень мощные. Прямо стоячие. Вот. И урожай тоже хороший. Я только сняла с нее урожай. Хороший урожай. Я довольна этим сортом. Вот я вам покажу еще здесь кустик. Только пособирала урожай. Вот еще зеленый много. 10 октября сегодня, повторяю, 2016 года. Спасибо за внимание. До свидания.